Дамы и господа, шалом. Недавно анализировал такую личность, как Моисей. Анализировал с точки зрения простого обывателя. Вот почему Всевышний выбрал его. Многие считают, что главной причиной было то, что Моше, проживший свою сознательную жизнь в основном в музее, дворце фараона, по тем временам это был музей, буквально для простых людей, туда был никто не вхож, а он, еврейский мальчик, спасенный дочкой фараона, прожил там, получил там образование. Я думаю, что не было в мире ничего, чтобы он не смог достичь в то время, я имею в виду материальные вещи. И вдруг в какой-то момент написано: «И вырос Моше, и пошел посмотреть, как там живут его братья-евреи». То есть выслушать их боль. И он из-за этого, мы помним этот случай, где он вписался за евреев, у него была проблема, он убил египтянина и был изгнан из Египта, был объявлен преступником. Вдруг все поменялось. Вот он бежит, и многие говорят: смотри, он отдал свою жизнь, он все-все в мире потерял. И мы забываем еще одну важнейшую вещь. Его сдали свои. Он защитил своих. И на следующий день выяснилось, что свои же его сдали. Кто читает, интересуется комментариями, пусть посмотрит. И он, который понял, что известно фараону стало именно из еврейского источника, оставляет Египет и становится пастухом. Моше женится на дочке человека с такой же судьбой, который был советником фараона, заступился за евреев против страшного, коварного плана фараона. В конце концов, ему был объявлен приговор смертный, и он тоже убегает из Египта и обосновывается в Мидьяне. По одному из комментариев, Моше женится на его дочке, все шло хорошо. И тут вдруг Бог открывается Моше. Он ему говорит: сынок, вперед, иди спасать еврейский народ. И может быть, Моше было некомфортно возвращаться туда. Ему было легче посидеть где-то рядом с женой, с детьми, а не заниматься своим народом. Но Моше был истинный лидер. Вот этот пример с Моисеем должен нам помочь в жизни. Потому что хотим мы этого или нет, где-то, как-то, в какой-то ситуации мы должны быть лидерами. И мы сталкиваемся с разными людьми, которым ты делаешь одолжение, ты делаешь добро, ты делаешь что-то, ты можешь получить совсем обратную реакцию. Ты должен знать, что такое возможно. Но только любовь, любовь к человеку, как творению Всевышнего, поможет тебе дойти до цели и стать настоящим лидером. Когда ты сталкиваешься с тем, которого, по идее, ты должен проклясть. Ты его благословляешь, потому что ты смотришь внутри, ты смотришь в его душу, ты смотришь, что им движило, ты понимаешь этого человека и так, в принципе, со всеми людьми. И дай Бог, чтобы наше лидерство нам удалось. Шалом, шалом.